бесплатные парковки во всех городах мира – это важный источник пополнения бюджета. И Москва долгое время оставалась единственным таким значимым мегаполисом, в котором не было платных парковок. Я думаю, что абсолютно любой, не только автолюбитель, но и пешеход, который ходит по улицам Москвы, видит хаос, который там есть. И платные парковки – это один из инструментов навести порядок в этом хаосе. Другой вопрос, что, во-первых, оплата парковок должна быть удобной, во-вторых, это не должно ущемлять тех жителей, которые живут, собственно, в центре. Я сам живу в центре, и я очень сильно опасаюсь того, каким образом это будет в итоге сделано и насколько это будет удобно оставлять свою собственную машину под домом. И вот эти вот вопросы мы видим, что мэрии еще до конца не отработаны. Но я надеюсь, что по протяжении определенного времени это все-таки устаканится и будет нормальной, отработанной, цивилизованной процедурой.